Объясните, пожалуйста, да, хорошо, я вам сейчас все объясню. Да. Садитесь, Тарелла. Я вас зову, дорогая Тарелла. Понимаете? Все подключено. Что? Все удобрикат и подъехали к этим душманам. Они не встречали такого сопротивления на первой территории. И вот пока мы проверили лишние клетки, а мы ставимся на берегу Бескальского залива, эти трое вовсю наслаждаются жизнью здесь. Боже мой, как все запутано, я тут никак не пойму. Все очень просто. Олег Терез, просто Мануэль нас обманул. Марина, моя невестка, нам негде жить. Он нас поселил здесь, месяц назад. Все. Какая ерунда. Ну что вы, Залин, раз в 4 дня я прихожу сюда, я поливаю цветы. Панок, ну мы не жить ваша квартира. Мы жить в маленькой комнате, на кухне, а сюда будешь только за душ и поливать ваши цветы. Теперь я все поняла. Лимон, он нормальный. И, конечно, если мы его вдвоем поливали, то это не ухаживает за цветами, а затопить их. Так, Мануэль, собирай своих друзей, собирай свои чемоданы, отправляйся на улицу, грязь такая. В семье-то Сильвы никогда не было воров. Никогда. Мам, ну мы ж ничего не украли. Еще денег хватало. Хотя бы вырочки сбили. Не волнуйся. Заберем деньги. Спасибо, Тарелла.